Вот первое видео про то, как вы тратите свою энергию, да, свое время. А сейчас видео про то, на что вы можете потратить свое время. Да просто на бескорыстное общение с кем-то, просто на то, что вам нужно доделать. Поделать какие-то практики, даже просто ОФК, я не знаю, йогу, гимнастику. Просто побыть в тишине, побыть одному. Путешествовать куда-то, побыть вдвоем с семьей, побыть всем вместе с семьей. Ну, вдвоем, я в смысле, с супругом. Ну, и если у вас, тем более, какая-то семья, что-то строить, делать, создавать. Если вы кому-то что-то так вот передаете, вы уж хоть не сами тогда ездите, пусть к вам приходят, ну, или как-то за какую-то символическую оплату, да, ну, за какое-то что-то тоже, может, просто бартер быть, вы что-то отдали, вещественное вам тоже. Ну, не хочу вообще больше касаться этой темы. Порой даже люди заболевают от того, что просто устают. Ну, просто так вот устали, слишком много отдали. Вы еще поймите, когда вы слишком много отдаете, вы тоже связь поддерживаете с этим человеком. То есть у вас улучшается карма, у него ухудшается. И так до бесконечности будете, да, в следующих жизнях встречаться. И в общем, все равно этим людям для того, чтобы улучшить свою карму, придется